В Жамбылском регионе сокращается количество безработицы. Однако положительные показатели не во всех районах области. Так, в Меркенском районе состоят на учете по трудоустройству 900 человек. Какие работы проводятся в данном направлении? В рамках госпрограммы развития продуктивной занятости массового предпринимательства. Подробнее в нашем следующем материале. В настоящее время в Меркенском районе активное участие в мерах содействия занятости приняли участие более 1200 человек. Из них 52% трудоустроились. Для участия же в различных госпрограммах по трудоустройству в текущем году запланировано охватить свыше 2300 безработных граждан. В первую очередь мы обеспечим участников программы профессионально-техническим образованием. На краткосрочные курсы обучения выделено более 90 миллионов тенге. В рамках второго направления данной программы на открытие своего бизнеса 50 участникам предусмотрено 362 миллиона тенге. Для обучения 140 человек по молодежной практике выделено 36 миллионов тенге. Не остались без внимания и люди с особыми потребностями. Одним из тех, кто в рамках государственной программы открыл свое дело, Расалы Муралиев. Он начал заниматься птицеводством. Разумеется, вначале было тяжело, но результаты есть, говорит предприниматель. В прошлом году осенью получил кредит, да, в центре занятости 6% в сумме 2 миллиона. В общем, для покупки кур несушек Ломан Браун. Куры несушки — это на яйца. В общем, уже сейчас вот лето, полгода прошло. Ну, за это время, в общем, кое-как зиму пережили. Как заверяют специалисты, сейчас в первую очередь необходимо трудоустроить около 1000 человек в такие учреждения, как больница, аппарат районного акима, отдел образования, районный отдел внутренних дел и так далее. Среди них 463 женщины, 315 – молодые люди в возрасте до 29 лет. Болат Конурбаев, Адильбек Цамаликов, 77 News.